Всем привет! Сегодня снял центральную консоль. Поделюсь с вами опытом, как необходимо ее снимать. Сейчас я вам покажу, как на машине. На машине вот так вот. Смотрите, селектор коробки передач стоит на месте. То есть ручку, селектор я ничего не снимал. Итак, по порядку я вам сейчас расскажу. Смотрите, вот этот вот ключ, это ключ аварийного закрытия люка. Находится он под этим ковриком. Вот его паз, то есть место для него. Перед тем, как разобрать и снять вот эту вот консоль, что вам необходимо сделать? Снять вот эти вот два болта. Вот здесь вот накладка. Вот она. Далее приподнять и на себя вытянуть вот эту вот декоративную вставку центральной консоли. Вот здесь 4 болта выкрутить. Здесь 2 болта. И здесь с каждой стороны по 2 болта. Скрываются они под такими вот накладками. Сейчас для примера вам покажу. Вот так вот накладка сидит. Вам необходимо приподнять ее вот так вот здесь. Чуть-чуть опустить и вот так вот высунуть. Вот так вот это делается. То есть крепления все на месте. Так, номера для заказа я вам сейчас скажу. Так, левая накладка 7L5858633. Правая накладка 7L5858834. Так, и вот это вот крепление вот так вот посередине оно расположено. Здесь тоже 2 болта. Снимаете, раздвигаете центральную консоль и ее вынимаете. Но перед этим вот здесь вот снимите проводку, а потом, когда вы вынете почти консоль, вот здесь прикуриватели вынете, разъемы с них снимите. То есть вот так это выглядит. И так я снял всю центральную консоль и не повредил ни одного крепления. Также здесь лежат болты представлены. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!